немножко покушаем, пойдем кино посмотрим. Приветики всем. Сейчас покажу наш номер. Приехали в Астану. Уже документы сдали. И решила только сейчас показать. Вот это вход в номер. Приветик всем. Сегодня 8 ноября. Сейчас грузим чемоданы, чтобы поехать взвесить. А у нас уже зима. Чуть-чуть поснимаю. Завтра уже вылетаем. Вчера выпал снег. Уже снеговика вон слепили. Сейчас поедем. Возьмите полностью, отключите все электронные приборы. Дякую за увагу.
Приветик всем. Вот мы во Фридленде на детской площадке. Мы недавно приехали. Пока ждем, пока нас вызовут. Народу очень много. Ты туда не залезешь. Климушка, куда ты полез? Слази. Ты упадешь. Ермачок. Беги вон в тот домик. Вон тот домик беги. Вон тот. Приветик. Вот наши коечки. Полотенчика. Одно для лица, другое ванное. Вот столик. Окошечко. Сейчас расти. Вот шкаф, одеяло. Ванная комната. Полотенчика висит. Раковина. Унитаз. Здесь мыться, да, Климушка? Здесь мыться для бумаг. Ну. Термочок, не надо баловаться. Все, пойдемте. Куда? А чем ты разулся? Побывайся. А зачем? Здесь там. Посмотрю, что... Сейчас мы в комнате, в гостинице. Климушка играет в планшет, да, Климушка? Помши ручкой. Так, сниму сейчас кухню. Ванну комнату снимала. Привет! 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 Кухню сниму. Приветик. Привет. Так, это мусор. Так, тут биоотходы белый. А здесь... Привет. Здесь фантики, бумажки. Ну, я еще так не разобралась. Это кухня. Здесь можно чай пить, кушать. Кто не хочет ходить в столовую. Это для деток. Если вдруг понадобится. Клеенка, одеяло. Холодильничек. Там же положили продуктики. Такие вот. Молочко. Что тебе открыть? Так. Тут... Тряпочка. Тут что-то чайничек. Полотенчика. Все чистенько, аккуратненько. Тут вот посуда. Как бы все есть. Доставай, закрывай холодильник. Открыть тебе? Нет. Давай откроем. Вот такое. Thank you.
Пришли на ужин. Сейчас покажу. Да, я попробую. Может, она свежая.